Всем здравствуйте! Как показало время и практика Юрия Шатунова, обожали миллионы людей. На пике популярности «Ласковый май» собирал полные стадионы. Спустя время слава коллектива ушла, но любовь фанатов никуда не делась, и люди продолжают это доказывать по сей день. Вот и сегодня, как только ворота Троекуровского кладбища открываются, на могилу к Юрию Шатунову приходят поклонники. Иногда по одному, иногда семьями, а иногда и целыми группами. Как показало время, существует целое сообщество ценителей творчества артиста. Одни убирают завявшие цветы, другие чистят снег, третьи посыпают место возле могилы песком. А живые цветы там и вовсе не переводятся. Даже бывалые работники погоста не припомнят такого трепетного отношения к ушедшей какой-либо знаменитости. Сейчас, в преддверии Нового года, здесь установили настоящую живую елку. Также люди приносят и маленькие уже украшенные елочки. А какое изобилие мишуры и игрушек. Все сверкает и переливается. Сколько любви вложено в каждую открытку, в каждую строчку принесенных стихов. Скорее всего, Юрий Васильевич даже и представить себе не мог, насколько его любили поклонники. Да, людей объединяет светлая любовь к Юре. Как будоражит душу, но как же тяжело, жаль, что их нет с нами. Вот такая неземная любовь к нашему Юрочке. Та любовь, которую несут поклонники-фанаты и просто люди, которые чувствуют боль утраты. Такое в нашей стране точно ни с кем никогда не было. Юра заслужил все это. Вечная память Юрию Шатунову. Ничто и никто не сможет заставить забыть Юрочку Шатунова. Юра в сердце каждого из нас. Он жив и будет жить, не переставая высказываются поклонники. Многие, приходя на погост к могиле Шатунова, говорят о том, что их кумир жив и будет жить вечно. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!